Даже не пытайся повторить. Я? Ну да. На тебя нашло. Зачем ты прыгал по люстрам? Тебя спросить забыл.
Приветствую, мистер Кеннеди. Ты готов передать девчонку? Как же ты достал. Я взял на себя смелость подготовить для тебя развлечение. Вашему вниманию! Отважный рыцарь спасает принцессу! Они уже здесь! Тут не соскучишься. Thank you.
страшно. Они уже здесь. Тут не соскучишься. Страшно. Блин. Здесь. Тут не соскучишься. Что пасанду? Oh, Senhor.
страшно. Готов. Уже здесь. Тут не соскучишься. С дороги. Как ты? Все в норме, спасибо. Thank you.
Назад! Случайно. Что нужно. Дороги. Как ты? Да, вроде бы. Цела. Слышь, хорош кривляться. Не мешай мне! Ой.
рано радоваться. Идем. Да, да. Справишься? Да, справлюсь. Я прикрою. Крути. Готов. Все, спускайся!
Эшли, все путем? Да, спасибо. Идем. Ага. Идем. Ага. Эй, ты точно в порядке? Да. Вроде пришли. Все в порядке? Вроде бы. Волнуйся не за нее, а за свою шкуру. Глупый ягненок. Уймись, дитя. Эшли. Thank you.
Гнездо, прием. Полный провал. Мы укрылись в замке, но нас с Орленком разделили. Повтор. Тебя. Гнездо, связь прерывается. Меня слышно? Да ради... Том. Алло, Том. Черт. Связь накрылась. Тяжелый денек, незнакомец. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Все равно, рубины или рванина – славная сделка. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость.
Я не жадный, но у тебя нет места. Хочешь продеть нитку в иголку пулей, друг? Я продаю много отличных товаров, чужак. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Не бойся, я могу и ремонт обеспечить, если что. Готов купить почти все. Что, это все? Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Я продаю много отличных товаров, чужак. Приходи в любое время.
пора. Ну и себя, друг.